Нифига, дизов огромный, ты чё такой большой? Ты на Сорза посмотри! А чё вы жирные. Оба такие здоровые, пипец какой! Жрите утюг, с вами Глюк, Дуд, Дизов и Сорс. Вот. Да, ребят, всем много. Привет. Нас целая куча, мы специально ради вас собрались здесь в раунде, чтобы устроить Мочилово, команда на команду, прям по стариночке. Но есть одно отличие, мы выбираем каждый раз по две карты, так что выбирай. Так. Это кто? Это Сорс, да? Это Source? Я. Нет. А, это ты. Окей. Красавчик такие, какой. Такие глазки. Это я. Нормально. 100%. Я даже не буду спрашивать, кто. Меня легко узнать, да. У тебя паразит и хоминг, и шил чайлич. Да, у меня все прекрасно. Подожди, а у нас есть ограничения по сборке или... Нет. Не, вообще никаких. Просто бери все, что хочешь. Он сейчас ПКМ и будет собирать. Да, буду собирать ПКМы. Буду собирать ПКМы. Так. А вдруг не сможешь собрать ПКМ? Ребятки, прежде чем мы начнем, вы обязаны влепить лайк, если вы, конечно, хотите продолжение раунда. Лайка. А лучше хорошо. 3 лайка. Нет, 3. Нечетное берете, да. Лучше 3, да, 3 лайка поставьте. Значит, 3, да, 3. Короче, 3 лайка влепить. Что это? Где я? Я она красивая. Мы поставили расширенные карты, и я не знаю, что это. По-моему, эти карты слишком широкие. А как выбраться? А кто это такие жирные? Как это вообще получилось? Потому что так не должно быть. А может, как раз стрелять можно? Нет. 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 Ну я могу тут самоубиться, но мне это не нравится. Вам повезло, что я тут могу покончить с собой. Вот Дуд не может покончить с собой, его в ёлке застрял. Он ёлку облизывает там. Фига, первый раз такой вообще. Так Дуд выиграл. Ага, добро пожаловать. Вот теперь сражение. Так, подожди, я чуть Дуда не грохнул, кстати. Я уже привык играть так. Всё, прощайте, пацаны. Блин. Ага. Геймплей от бога. Ау! Гадя там летаешь, прям на пулю мою. Отлично, прекрасно. Справишься? Блин, лучше. Что-то они вас делают. Я должен выбрать. Они же карты еще выбирают. Блин, может надо было нам проиграть? О, это нормально. А что, мы два раунда уже победили? Только что. Я сейчас как выберу. Две карты ведь как бы. А подожди, два первый поезда. Раз. Ой, поезд. Я не понимаю, подожди, как-то убились потом. А, потом я героически один раунд, точно. Ох, блин, шикарно. Это сейчас жестко будет. Дуть, дуть, дуть. Не смей подходить ко мне. Я не буду дуть. Что за фигня? За макаронного монстра! В атаку! Ни хрена! Ни хрена! Красиво. Попал. Красиво, да. Я так понимаю, что мы сейчас просто выбираем карточку. Наша очередь. Да, наконец. Наконец, как это давно не было. Да, аж целый один раунд. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь вкусное. Тут ничего вкусного. Смотри, у тебя две карты на заморозку, это знак. Давай этот возьму. Что же дальше? Тоже. Баунси бери, бери баунси, прекрасно же. Что же, дизайн берет. Не, вот, наверное, возьму вот эту штуку. Блин, это штука мощная. Там тоже баунси был. Смотри, еще одна такая. Ну да, да. Да. Ладно. Ты вообще должен был быть орком, а ты не орк в этот раз, Сорс. Ну не сайленс, ну ладно. Сорс неудавшийся орк. Смотри, что умею. У вас тоже, да, глаза вытекают? У меня нормально. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Погиб. Трагически, ничего. Потому что Дизов его бросил на амбразуру. Забирай Дизов его! Дизов никого ничего не бросил. Просто нормально. Между прочим, это был тактический мув такой. Нет! Я так не планировал! Я живу! Идеально. Проиграли, Дизофик, что же делать? Они что, специально вопрос. Это делают? Нет. Ну... Нет. Возможно, да. Нет. 100%.
Сорс точно делает это специально. Живых. Так, ладно, давай. Я хотел возьму. Ты посмотри в эти невинные глаза, разве можно им не верить? А, чем быстрее перезаряжаюсь, тем больше лоб? Ну там вот вторая строчка. Пока перезаряжаешься, она вот это вот делает. А у меня скавенджер есть, я не поломаю ничего. Хрен его знает. Скавенджер? Ну ты же перезаряжаешься от скавенджера. Ага, давай попробуем тогда, как раз узнаем. Надо же экспериментировать, правильно? Орк, Сорс. О, паразиты. Сорс, у вас усыпнет, они там растут? Есть, ой. Что эта хрень здесь делает? А я уже умираю, походу, да? А, это Сорс умирает. Мы не сможем так закончить. У меня место... На этот раз вы заканчиваете так. Сделали мод на расширенные карты. Вы их тестили перед тем, как запускать производство. Я не тестил их. Я имею в виду мододелы. Мододелы, вы чё? А можешь их отстрелить, может, там, где? Нет, нельзя. Давай. Ну ладно, чё, я тогда убираю. Ну чё, в прошлый раз мы погибали. Ну да, да. Дождь кислотный. Вау. Жить, не жить. Жить. Ай, блин, я умер. Да, давай, ду. за тебя дут. Что? Это что было за зарядка? Да. Черт. Красава. Но у нас очень много карт, а у вас сейчас тоже будет много. Так, хорошо. А я давайте выберу. Так. Мы только будем выбирать карты, а вы не будете. Нет, нет. Ой, блин, со скавенджером тебе вообще будет невероятно круто. Невероятные силы я. Смотри, у меня дробовик недалеко летит. Если я возьму стадишот, он будет дальше лететь? Я думаю, не знаю, должно быть. Не, ну это, конечно, интересно. Фаст-форвард, конечно же. Да, конечно. Я помогал тебе как мог. Ой, Сорс, прости. Спасибо, Глюк! Прости! Прости! Я не могу остановиться! А почему ты включил он свой пулемет американского президента? Точно. Глюк, Альфитром. Да что ты? Слава богу. Ой. Я в тебя попал, да? Тихо. Я не остановлюсь. Ай-яй. Я бы так даже сказал. Ой, простите. Отлично. Отличная тактика. Так, Сорс труп. Я тоже. Красава, вообще отлично. Сейчас сыграно. Надо бы себе дикей. Две сильнейших команды. Кто же победит? Первая карточка хорошая была. Кто же победит? Вот опять первая карточка хорошая, смотри. Да, я тоже так считаю. Очень многие мне в комментарии пишут, какие карточки нужно выбирать, я у них учусь. Так что мои подписчики со мной будут играть против Дизофа и Сорза. Только ты же не прочитаешь их советы до того, как ролик выйдет. Ну, я предыдущий читал. Он уже, видать, их использует, да. Я предыдущий читал. Так что там много лайфхаков. Если, может быть, кто что новое знает, пишите в комментариях. Я тоже почитаю, посмотрю. 100% будет. Бери фастфорвард, ты победишь. Я ж Сайленс! Я умер. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй. У него рикошетящая самонаводка. Я помню. Я сначала решил отступить, а потом вспомнил, что у него, да. А, минус один. Пика-пика. Чуть. Ну что начинается-то, а? Молчи. Да блин! А победа. Дуд, ты куда делся? Это я должен, ну в смысле, каждому должно было быть, поэтому. Все будет в порядке, нам просто карточки нужны, тактический маневр. Не. Да. Не. Так, да. Дизов, смотри, чтобы не говорили, что мы так само вот отнекиваемся, на следующий раз мы проигрываем, понял? Ага, хорошо. Так, смотри, мы можем тактически соврать и выиграть. Только. Отлично. Мы конечно, ничего не слышали, ага. Ну, теперь думайте, будем мы выигрывать или проигрывать. Дуд, что думаешь?
Вот это или это? Стади шоут. Не? Их надо на расстоянии держать, понимаешь? Макароны на голове. О, классная штучка. Ну да, это имба. Да, я, наверное, возьму. О, интересно. Это еще шотган, это... Да, бери шотган. Да, еще один. Может быть, больше демона? Зачем ему демона? Я вот это возьму. Ой. Воу. Нифига себе, карта интересная. Это вот extended map. Не подходи к нему. Вряд ли ко мне подошел. Чтобы остаться жив? Живым. Просто я выпрыгнул с ракеты раньше, чем надо было. Ведь забыли про нашу сторону. Да чё так больно, я не понимаю. Потому что это стратегические движения, ты понимаешь? А-а-а, дуд, прости! Жизнь крадёт, а? Я не понял, а? А вот краду. Глюк, жить! Жить! Нет прав! Заливай его! Да как он мне зажрал? А чем он успел так? Ой. Твою налево! Дизов самый опасный! Не смей, вот это у тебя пулемет, конечно, получился уже. Вроде только-только начало раунда. Ага! Посмотри. Нормально, нормально. Ну, дичайший пулемет. Мы карты будем подбирать. Мы побеждаем! Ребятки, если вам нравится раунд, пожалуйста, не поскупитесь на лайки, чтобы раунд выходил почаще и побольше, и пожирнее. Вы же хотите раунд с крупной жирной? Куда уже пожирнее? 3-3, еще да? Жирнее, прям огромный, жирный, толстый. Я хочу мод раунд, чтобы 3 на 3 можно было. Все говорят, что толщина не имеет значения, на самом деле имеет. Толщина? Да. Но я согласен, да, только иногда это не очень удобно. А ты о чем? В раунде удобно. Но ты не везде можешь пролезть, скажем так. Не в каждую дырочку можешь залезть, скажем так. Ладно, окей. Так. Ой, я большой. Главное убрать дизофа. Дизоф самый страшный. Дизоф прячется специально. Он знает, что его ждет в случае проигрыша. Ты его жрать будешь брать? Он тебе будет ролики записывать? Нет, вряд ли. Я уже умер. А, кажется, не я тоже умер. Не подходи ко мне! Хорош! Мы аннигилировали друг друга с Дизофом. А, нет! Я не могу тебя победить! Какой же он жирный! Да! Это ужас! Я держу его, держу! Просто вообще жесть! Он этих сперматозоидов пускает, зеленых своих. Просроченные какие-то. Зеленые, это значит, как, знаешь, как с соплями застой, что ли? Я не понимаю. Это соплемет, ребят. Это обычный соплемет. Чего вы там теории выдвигаете? Это ж насколько надо быть больным? Там даже соп. Ну, в смысле, соплемет, это мой нос, я его так называю. Ага. А что означает Нир? Это рядом, типа? Да. Да. У меня такая штука есть. Ты крадёшь у него жизнь. Вокруг тебя аура такая появляется. Аура красненькая. Такая, как у Глюка. Ладно, давай вот эту фигню возьму. Кражу жизни не взял пассивную. Не понимаю. Глюк, ну ты ж понимаешь, нам карточки нужны, да? Ну да. Вот. Надо как-то их у них отжать. Ага. У меня есть, конечно, идея. У нас уже их много, да. Фига, Дизов огромный, ты чё такой большой? Ты на Сорза посмотри! А чё вы оба жирные. Такие здоровые, пипец какой? Я умер просто. Дизофа нету жизни уже. Дизофа я уменьшил. Но ты умер. Сорс, блин, толстяк Сорс. Ладно, идем. Это толстый не пролезаю. Силой макарон, заклинаю вас умирать. Силой макарон. А у меня почему-то карта до сих пор светит. Дизов, я умер. Ой, Дизов, отойди от меня. Я знаю, что ты умер, друг мой. Блин, я раздосадован. Подожди, я сейчас сделаю. Это будет лучше. Против них само то. Надо от них за укрытиями прятаться. Жуть какая, чувак, жуть какая. Скевенджер, бери, да. У меня же есть уже. А, да? Отлично. Тогда я не знаю.
Так. Это против блока поможет его или нет? Вот в чем вопрос. Ну, любой урон, по идее, распределяется на 4 секунды. Мне кажется, классная темка. Да, пойдет. Тем более, что она всегда с тобой. Нам бы сейчас трастеры на самом деле. Да, согласен. А, мы выиграли? Блин. Нам должны проиграть? Мы должны выиграть. Ну таких жирных просто, вот как. Давай разберем. Давай. Должны выиграть или проиграть? Вы глинеры! ПКМные! Чё ПКМные глинеры-то, я не понимаю. Есть, я забил одного! Второй не хочет умирать, я в него ПКД стреляю. Да! Как больно-то. Отойди от меня. Ой, я полетел, пацан. Да, мне больно. Сейчас, а он там хпшку теряет. Да, у меня там дазл. Грызи его! Чёрт, не выпрыгивай, не выпрыгивай! Он меня задазлил. Да, я видел. Дазл? Кстати, а у меня, по-моему, нет дазла. А, да, а чё у меня треугольнички были? А это, скорее всего, от Дуда. Нет, да, ты, Дуд умер. Я не знаю. А может быть дазл от этих, от шипов? Типа что, ты не можешь с них сбежать? Подожди, а возьми лайфстикер себе. Посмотри, вот наведи на него. Это просто ты можешь, когда возле тебя есть игрок, вот у тебя аура, и ты его не крадешь жизнь, когда он забегает. Давай попробуем, ладно. Блин. Уговорил. Не надо было брать это. Эхо. Да что за такое вам попадает? Давай эхо. Страшные карты вообще выпадают сюда. Лич или статик? Лич или статик? Я бы лич взял. Да. Прям мочил одичайшая. Еще больше хп, сорзу. Да куда может? О, а это уже прикольная штука. Наверное, шилчар. Да. Потому что имплод он, конечно, притянет, но чарджами смогу летать. Да, много летать будешь. Чука, вы что такие здоровые? Идите нафиг, пожалуйста. Я ему вообще урона не наношу. Нет. Я наношу. Мне наносят. Я Дизофу наношу. Наносите урон. Не догрызли. Чука, какие огромные дурынды. Большие. Люблю больших. Люблю помпасы. Ну конечно, да, естественно, я умер. Еще отойдите от меня, я не хочу! Красава, одного забил! Давай, Сор, ты сможешь! Он пока им сейчас нажмет, я умру! Да! Да, блин! А, уже выбираете? Да! Ты а мы жесть. Так и не будем меняться, да, каждый раз? Ну, видимо, я не знаю. В следующем раунде собираем карточки себе? Ну, нам бы следующий раунд победить, а потом можно собирать. А, ну ладно. Так, желательно, давайте просто ваши карточки нам отдадите, и все. Вы они у нас жизни еще крадут, понимаешь? Давайте мы будем выигрывать и брать карточки. Эхо, классная же тема. Зачем мне эхо? Я через блок не играю. Играю. Ну ладно. Паразиты, да. Паразиты, да. Сайленс, кстати, тоже не помешал бы ему. Нет! Грызи! Души! Стреляй, не важно! Стараюсь! Беги! Нет! Просто доходят до меня, я умираю. Нет, Дизов! Не подходи, пес! Я умер. Ура! Это нереально было победить. А как мне туда попасть к вам? А вон, по правой стороне, видишь там дырочка? Да, ну или по этой. Так, остался один на один с глюком. Не дай ему перезарядить блок. Да он не подойдет. Подойдет. Да, я вот до глюка не смог дойти. Там прямая такая еще неудобная. Бля. А у него перезарядка очень. Ни хрена себе! Ну так. Нифига, муха, ладно, окей. Мы выровняли за это. Там ж три у меня этих. Кстати, фьюда кидает. Мы что-то выровнялись, да? Ну, вроде так, бы, конечно, да. Конечно, мы их догнали. Ну, типа того, да. Пока да. Пока да, ух ты, да. Сейчас будет вообще больно. Да, смотри. Вы умрете. Тык-тык-тык. Сорс умер! Так ща ищи, нормально. Я умру. Не, я не могу пробить. Да! Капец, у него пулемет, чувак. Ой.
Отойдите! Сорс, умирай! Я умер. Не, у него фул хп, ты посмотри, ему вообще насрать. Он сжирается. Он крадет аурой. Это жестко. Еще один лайфстиллер есть. А он имбовый, что ли? Давайте, до следующей победы. Как красный этот шарик, куда я залетаю. Жесть. Не, я хочу вот сайленс. Давай тебя возьмем, наверное. Скорость сейчас просто лазерное шоу уже превращается. Да, игра. Есть такое. Так. Офигеть, две карты настолько убыстряют геймплей, мы так быстро набираемся. Да. Так, так. Да, это мощная, по сути, да. Сейчас глюк тащит. Штука. О, все, GG. Все, давай, иди убивай. Хотя у него до хрена! Что? Изи. У него оверпауэр, понимаешь? У меня павер, у меня урон от красавчика. А что такой здоровый? Карту убивает. Он всю карту убивает своим оверпауэром, да? Оверпауэр работает при... Чем больше у меня жизни, тем больше у меня урон, который мне через лича добавляет жизни. Понимаешь? Бляха. Такое. А у меня браулер. Ну, а буквально катку назад ты просто доминировал, Глюк. Да, у Глюка лицо дело. Такое, когда тебе ваншотнули оверпауэром. Что случилось? И вилку сверху, знаешь, вперёд. Да тут бессмысленно что-то брать. Лич. Подожди, я перед каткой спросил, есть ли ограничения? Да. Нет. Но их не было. Да иди в жопу. Изи. Изи! Давай, иди побеждай, друг мой. Это проверено временем, понимаешь? Так, у меня перезарядка счета. Он это уже не первый раз делает! Да. Можете посмотреть, кстати, на канале, там справа отплыло. Я даже не первый раз делаю. Я сейчас Галюку бьёт. Грызи! Сайленс! Да ты офигеть он. Да блин, я не видел просто курсор свой, это невозможно. А я тебя вообще не видел, чувак. Там вообще вообще ничего не видно. Зеленая вспышка и вообще не видно. Ага. Ты думаешь, поможет? Ну должно, по идее. Не знаю, Даша. Там оно все дает. И хп, и урон. Еще бы хпшку себе взял. Давай. Так. Вот. Сложная битва, прям нос в нос. Завеливались еще? EMP, радар. Это все бесполезно. Это как говно все дается. Я не знаю, чувак. Радар бери, на близком, может, расстоянии будешь бить. Ну он пока подойдет, я уже все. Блин, он первым успел сайленс сделать. Да. Я такой. Но я умер уже. А где Дизов? Дизова нету, и меня тоже. Не подходи ко мне. Не подходи. Не подходи! Подпускай его! О, нет! Пожрал. Я тебя мстил! Давай, я его подвел сюда, но он меня поедает! А у меня перезарядка, я чувствую. Все, я умер. А-а-а! О, ты убил его? Да! Ты каким-то хорош. Чудом он успел! Жить! Давай! Да! Красава, да! Загрыз! Пойдет. Нормально. Сайленс! А чё сайленс такой долгий? Очень долгий сайленс у него. Я два сайленса. Так, остался один на один с глюком ты. А, да? Да, у него лаз... А, он насквозь стены же стреляет, ты чё? Стреляй! Как, обо что вообще? Видишь, ему вообще просто кнопка и всё. И он убивает. Лазерный шоу! Мы победили! Это не падает, красиво. Это было хорошо. Очень узенькие дырочки просто. Ну да, согласен. Если нам сейчас подфартит, то мы можем выиграть тут. Если карта вам повезет такая, там где не смогу пролезть. Вот как сейчас. Да. Еще разжиреешь так, что не сможешь пролезть. Будет тебе. Тебе бы пилу и было бы идеально. Да. ХПшка, будем жирным. Еще там, пилы нету. Да хрен вас сожрёшь же таких. Я лечу, вещи. Отличная карта. Я вас лечу. Я умер. Отлично. Это меня очень радует. Аж музыка вырубилась. Ты ещё и меня стёр. Слип сайт земли. Извини. Как бы два варианта. А, сайленс.
Как же так? Что же делать? Где глюк? Может он сам попал? Я не знаю, я ничего не вижу. Я тоже ничего не вижу. Я еле курсор видел. Где враги? В центре, смотри, в центре скачет. Красава. Блин! Да ладно, продули! Ребята, продули вы! Последний раз просто офигеть! Да, блин, нос в нос шли, это было очень хардкорно. Ребятки, ставьте лайк, подписывайтесь на канал моих друзей, ссылочки в описании. Всем удачи, всем любви, всем бобра! Давайте, ребят, пока-пока! Ты подписаться должен на глюка, ты подпишись, если ты не злюка, подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу, будешь ты круче любого утконоса. Бара-б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 ара